Сегодня в меню лучший рецепт домашней пиццы. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Мука 330 грамм. Помидор 4-5 штук. Сметана 100 грамм. Моцарелла 100 грамм. Сахар 2 чайных ложки. Соль 1/2 чайных ложки. Соус томатный 250 грамм. Дрожжи свежие 20 грамм. Масло оливковое 2 столовые ложки. Сыр твердых сортов 200 грамм. Молоко 200 миллилитров теплое. Куриная грудка 2 штуки отварная. Маслины 2 столовые ложки без косточек. Шампиньоны 250 грамм для жарки. Масло растительное 1 столовая ложка для жарки. Тесто можно приготовить заранее и заморозить в морозильнике, а затем достать по необходимости. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар. Поставьте в теплое место на 10 минут. Муку и соль просейте в глубокую миску. В муку добавьте подошедшие дрожжи и оливковое масло. Замесите гладкое тесто в течение 5 минут. Соберите тесто в шар, поместите его в миску, смазанную растительным маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте для подъема в теплое место на 30 минут. Теперь подготовьте продукты для начинки. Помидоры и грибы вымойте, обсушите. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Моцареллу тонкими ломтиками. Сметану и томатный соус перемешайте. Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками. Грибы обжаривайте на разогретом масле, в течение 3-4 минут посолите. Подошедшее тесто увеличилось в 2 раза. Обомните его и разделите на 2 равные части. Каждую часть раскатайте в круглую тонкую лепешку. Смажьте лепешку соусом. Выложите сверху жареные грибы. Затем куриное мясо, разобранное на волокна или мелко нарезанное. Сверху ломтики моцареллы и помидор, колечки маслин. Посыпьте тертым сыром. Поставьте пиццу запекаться в разогретую, до 250 градусов Цельсия духовку, на 20 минут. Немного остудите, подавайте к столу на деревянной доске. Эта пицца просто идеальна. Судите сами, тонкое тесто с хрустящими краями, сочная и сытная начинка из соуса, помидоров, грибов, куриного мяса и много расплавленного сыра. Рецепт на 2 большие пиццы. Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться».
Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!